три. Товарищ прапорщик, разрешите докласть. Грамотей, а? Не докласть, а доложить. Виноват, так точно, разрешите доложить. Ну давай, долаживай. Товарищ прапорщик, ваше приказание поздравить военнослужащих с Новым годом от имени Снегурочки и других новогодних персонажей выполнено. Молодец, Горбузенко, молодец, налево. Так. Кругом. Так, давай, кто там у тебя из новогодних персонажей? Снегурочка. Ну давай, натягивай Снегурочку. Чего головой крутишь? Парик натягивай. Размечтался уже, стоит, крутит голову. О, ничего, 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 да, ничего, ничего, Горбузенко, молодец, похож. Поздравляй. Я стройная Снегурочка. Так. На шейпинг я хожу. Пришла я к вам с подарками, и вас я награжу. Я тебе награжу. Естественно, Снегурочка никудышняя. Ты пойми, это искусство, тут все надо делать по-большому. Кто там у тебя еще из новогодних персонажей? Зайчик. Ну давай, натягивай зайчика. Ну, другое дело, молодец, ну. Ничего, красавец. Я зайчик-побегайчик, на праздник прибежал. Морковку не принес вам, всю прапорщик сожрал. Так, ты, зайчик, побегайчик, почему я пострижен? Если завтра не пострижешь, то я тебя сегодня накажу. И вообще, почему без головного убора? Менингитом хочешь заразиться? Менингит – это страшная болезнь. От нее либо смерть, либо дурак на всю жизнь. По себе знаю, три раза болел. Кто там у тебя еще? Чебурашка. Давай Чебурашку натягивай. Ну, другое дело. Ну, а ты мне ерунду. Это совсем... Другой персонаж. С этого надо было начинать. Давай, поздравляй. Да, я очаровашка. Всегда к вам приходил. Я местный чебурашка. Где ж местный крокодил? А что ты на меня смотришь? Откуда я знаю? Кто дежурный? Спит. А дневальный? Тоже спит. Да. Я же говорил, что... Дежурные спят с дневальными по очереди. Так мы так и спим. Вот вы спите. А там родину снегом заносит. Ты все улыбаешься. Вот ты все улыбаешься, Горбузенко. Сегодня ночью твоего прапорщика на доске почета отодрали. А ты все улыбаешься. Тихоньки-хахоньки все те. Ты помнишь, где находится штаб? Это куда вы водите бак? Я тебе дам баб. Да вы только обещаете. Горбузенко, ты должен был принести мне из штаба секретный приказ. А. Товарищ прапорщик, тебе пакет. Не тебе, а вам. А нам он нафиг не нужный. Секретный приказ. Читал? Два раза всей ротой. Поздравить личный состав жонглированием, танцем и песней. Оренбургский пуховый платок я его и вечерами вязала. Молодец! Для тебя, молодец! Моя добрая мать, я готова тебе, дорогая, жонглировать тебе платок, свое сердце. Но!
товарищи солдаты, поздравляем вас с Новым годом! Пошел нафиг! Я тебе дам пошел нафиг! Ну иди сюда! Ну иди сюда! Путинский и Игорь Маменко!